это как доехать до аэропорта Бургаса. Нужно вот... Как мне сказали, нужно вот автогара Буста Шон, Сани Бич. Вот отсюда сесть на 10-й. Автобус 10-й. Тут много автобусов стоит. Бургас 10-й. Расписание нужно узнать. И все. И просто предварительно ищу, как мне добраться. Вот так вот. Ну, в общем, вот тут мне сказали, что нужно обязательно поменять евро на лево и заплатить водителю 8 лево. Заранее покупать нельзя билет у водителя. Вот пойду менять, значит, валюту. Вот такие вот условия. И они очень недоброжелательные, эти, кто там билеты продают, рявкнули, что-то как-то ужас. В общем, по крайней мере, в воскресенье ходят так же по расписанию, как и в любые дни. 8 лево стоит. Вот такая вот информация. До аэропорта Бургас. И тут вот находится сразу обменник. Как мне сказали, 8 лево это где-то 4. 8-5 евро нужно. Стоит 8 лево примерно. Вот так. 5 евро проезд.